Провел его управляющий элитным московским рестораном Егор Щербин. В течение 3 часов бизнес-тренер делился своими наработками и идеями по развитию бизнеса. Для Анапы такие обучающие семинары сегодня достаточно актуальны. Егор Щербин считает, что будущий высокий сезон открывает анапчанам возможность продемонстрировать высококлассный сервис в сфере отдыха и туризма и заложить благодатный фундамент на будущее. Но придется немного перестроить мышление. Необходимо собирать руководителей предприятий и общаться с руководителями, да, на эти вопросы. Потому что даже большинство сотрудников, большинство людей, которые живут в Анапе, в Сочи и на побережье, они очень доброжелательны сами по себе и гостеприимны. Если вы приедете к ним домой, вы это увидите и столкнетесь с этим. Но почему-то на работе они этого не проявляют. И здесь чаще всего это вина именно самой системы. А система наказаний, система, как у нас принято, не дай бог, инициативу человек проявил, да, его сразу же наказывают. Такого быть не должно, инициатива должна поощряться, и даже более того, люди должны иметь возможность отойти от правил и стандартов. Они должны иметь возможность нарушить правила и стандарты, если это приведет к удовлетворению гостей. По окончанию мастер-класса у всех участников была возможность решить проблему трудоустройства. В Центре оздоровления «Сибур-Юг» открыто более десятка вакансий, которые гарантируют достойную заработную плату и новые возможности саморазвития.